Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт магии наслаждений. Сегодня мы смотрим образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Расклад называется «Встретимся ли мы? Наше будущее. Его намерения и действия». Итак, сигнификатор ваших отношений. Как он выглядит сейчас? Взаимная любовь, взаимные чувства, взаимная симпатия, желание обладать этим партнером, чтобы не было третьих лиц. И при этом, естественно, какие-то козни друг другу строите, да, держите друг друга в тонусе, показывая, что ты у меня не единственный и неповторимый. Так, характеристика партнера. Мужчина пытается вас наказать, пытается вас завоевать, повелевать. Очень страстный, сексуальный, темпераментный. Мужчина, который хочет не только сексуальных отношений, он хочет с вами брака и семьи. Мысли о вас. Мысли о вас. Ну, знаете, он старается не думать о том, что может быть другой какой-то партнер. Он надеется, что все-таки вы одиноки. Мысли о вас, что вы ждете от него подарка и сюрприза, что вы очень сильная личность, которую смогли его покорить и завоевать. Что у него на сердце? На сердце у него он хочет, чтобы вы подчинялись, только ему выполняли его указания. Он как жадина не хочет вас никому отдавать, ни с кем делиться. И он хочет, в принципе, сделать какой-то вам такой, ну, подарок дорогой, я бы так сказала, да? Что у него на сердце? На сердце. На сердце он переживает, что у вас может быть другой партнер. Надеется, что вы его все-таки ждете и хочет от вас, ну, каких-то сексуальных, даже не флирта, а каких-то сексуальных таких игр, да, хотя бы в переписке. Так, что он скрывает? Скрывать свой сексуальный потенциал, свое желание, свою романтичность, свои мысли, что он такой император-самодур, который, ну, не хочет уступать, что он такой патриархальный ради своих каких-то, скажем так, закидонов, да, он даже не хочет слезть с этого императорского кресла, несмотря на большие чувства. Так, что будет дальше? Перспективы. Вы будете применять магию, вы будете прислушиваться к интуиции, вы будете использовать свои магические способности, часто отворачиваться пятой точкой, чтобы завоевывал, и вы будете ждать от него вложений материальных. Так, и итог. Будет он о вас заботиться, будет дарить подарки, вы будете, правда, почему-то разочарованы. И он все больше и больше будет хотеть вами овладеть. То есть вы его очень сексуально привлекаете. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.